Сегодня во Дворце молодежи произошел резонанс. На сцене вживую прозвучали песни группы «Нирвана», «Кино», «Би-2», «Битлз» и других великих рок-групп. 22 музыканта-энтузиаста сыграли популярные песни. Во время их выступления можно было услышать звучание скрипок, альтов, контрабаса и других инструментов. Но ответить на вопрос, кто же они, группа или оркестр, затрудняются. Это группа, которая и оркестр в том числе. Понимаете, можно это разными словами называть. Можно там камерная группа, можно камерный оркестр, можно просто группа, можно просто оркестром и так далее. Да, это может быть очень длинный список. В конце концов, это не имеет никакого значения, оркестр это или что-то другое. Это коллектив музыкантов, которые делают то, что вот сейчас слышите. На протяжении 5 лет коллектив путешествует по всей России. 16 мая они дали концерт в Нижнем Тагиле. А в Тагиле всегда классная публика. Вот раньше мы в ДК Оконева играли. В этот раз в другом зале по объективным причинам, но публика от этого не меняется. Это крутая ракешная публика, которая знает, на что она приходит. Необычная атмосфера, полная темноты в зале и хорошо исполненная музыка впечатлили слушателей. Ну, не знаю, я не ожидала, что мне понравится. Я, честно говоря, как бы не хожу на такие направления музыки. Мне очень понравилось. Воодушевляюще, очень нравится. Песен знакомых мало, но это очень красиво, прям душу захватывает. Рок-группе публика понравилась не меньше. Музыканты утверждают, что обязательно приедут в Тагил еще раз. Катя Кукина, Павел Охотников для Тагил ТВ.